Київська митниця, колона вантажівок із Європи, 23 далекоміри. Усередині картонні коробки без розпізнавальних знаків та маркувань. Як працює митниця і за рахунок чого можна швидко досягти результатів? Но из 100% товаров, которые заезжают, мы понимаем, что 90% заезжают в черную. Мы со своей стороны хотим инициировать такие изменения в таможенный, налоговый, административный и криминальный кодексы, чтобы мы имели возможность растамаживать весь товар в белую. Нам таможенный от вас нужна помощь в плане формирования мысли и в дальнейшем ее внесение в законы, кодексы, в том числе и в таможенный кодекс, то есть изменения к статьям. Что вам мешает работать, чтобы у нас в стране контрабанда стала меньше? Ну или она вообще исчезла в идеале? Каже, що схожі історії на українському кордоні – звична річ. За роки незалежності поряд із пунктами пропуску побудована ціла корупційна інфраструктура. Таможенний кодекс, який діє на сьогодні, він створений з використанням досвіду багатьох європейських стран, американских. А сегодня так работает Европа, так работает Америка. Контроль при ввозе товара минимальный. Но в дальнейшем при реализации товара контролируется и стоимость, и количество, и наименование вплоть от момента ввоза до последнего потребителя. Проблема значительно шире, чем таможенный кодекс. Это проблема и ментальности всего народа, это проблема и людей, которые покупают товар без документов, все это способствует тем вещам, которые вы сказали. Поэтому рассматривать изменения только в таможенный кодекс, это не будет верным решением. Это все должно быть в комплексе и совместно, и государственные структуры, и предприниматели, бизнесмены, все должны участвовать в этом процессе. Тогда будет результат. Товар контрабандный, мы делим ответственность, начиная с санслужбы, заканчивая таможней. Плюс более высокий уровень заработной платы, который стимулирует туда. Конечно. Но все это достигается снизу, а не сверху. То есть мы снизу должны инициировать изменения. Правильно, да. Возможно, крамола есть такая, взять те нелегальные пункты оформления, которые есть, да, которые серые, и легализовать их. Что это такое? Это карго-компании. Мы же прекрасно понимаем, что весь товар, который завозится черным, серым способом, проходит через карго-компании, которые уже через оптовые фирмы продают этот товар предпринимателям. Можем ли мы легализовать эту цепочку? То есть дать сервисную функцию этим компаниям, легализовывать все товары, которые заезжают, давать сертификаты. Можем ли мы это сделать? Чисто теоретически, наверное, да. Практически, не знаю, это уравняет стоимость растаможки с нелегальными, стоимостью нелегальных каналов. У нас действует регламент на определенную группу товаров. Мы говорим, что на эти группы товаров потом приходит проверять Держпродслужба, и за это предусмотрены финансовые санкции. Таможня проверяет выбирково товар, который заходит на территорию Украины. Наше предложение. Для того, чтобы вот уйти от этих серых документов, мы знаем, что эта часть товара, ну, определенно предоставляет группу риска. Давайте, может быть, внесем измены в законодательство, и вся эта группа будет проверяться сплошным образом. Как вариант, проверять сплошным образом. Это даст возможность сразу же реагировать. Таможня, увидев эти товары, приостанавливает таможенное оформление. И в течение суток оповещает рынковый наглед о том, что есть партия товаров, которые приостановлены. Рынковый наглед дальше представители выходят на проверку, осматривают данный тот же товар. И в соответствии с законодательством, если все-таки видим, что импортер не имеет все документы, предлагаем ужесточить финансовую ответственность этих субъектов, которые везут серый товар. Для того, чтобы серый товар не попадал на рынок, увеличить финансовые санкции за это тем, кто везет. Тем, кто завез через кусты или каким-то образом товар, и он попал на тому же на территорию Украины, и приходя на проверку, мы все-таки видим, нет документов, сразу за отсутствие документов тоже вводить финансовые санкции. Таким образом, мне кажется, что вы будете иметь возможность видеть, ну, тот товар, который имеет безопасность, который составляет безопасность, он будет сплошняком заходить и больше контролироваться. Может быть, здесь вести больше
меру контроля. Ми втрачаємо значні кошти від незаконного обігу товарів на кордон. За рік втрати до державного бюджету складали 60 мільярдів. Ми могли б уникнути одного траншу Міжнародного валютного фонду, якби ці кошти були перераховані до державного бюджету митної адміністрації. Контрабанда – це не є проблема митної служби. І це не є тільки похідна від бездіяльності або недостойної поведінки митників або митної адміністрації. Контрабанда – це є державна проблема. Скажіть, будь ласка, а у нас є контрабанда в Україні? Митниця за це відповідає? За контрабанду? Так. Безпосередньо? Дякую.